415 миллионов? И если ты не гей, то на лайк нажми скорее. Ха-ха, дорогие друзья, всем здорово. Мы наконец-таки вернулись на контейнеры, чтобы с Димоном сегодня поиграть ва-банк на дубайских контейнерах. Давно не было такой серии, и сегодня она будет, пацаны. Кто-то из нас сегодня выбит очень эксклюзивную тачку, пацаны. По-любому, я уверен, поэтому ставьте лайки, посмотрим, что из этого получится. Погнали. На руках у меня 57 миллионов. Мне кажется, этого должно хватить на сегодняшнюю серию. У меня сегодня на балансе 40 лямов. А у меня сегодня на балансе 20 FPS, почему так? Да я тоже не понимаю, типа, вот и в каком-то месте в конкретном. Ну слушай, дубайский начинается сразу, у нас жаркая битва за него, я уверен, потому что как бы. Да, ну, тут прям тут дофига народу. Тут уже дофига народу, как бы, да. А чел просто ушел. И чел просто пришел еще один. А он не будет перебивать? А можно я первый? Будет перебивать, пошел? Да, вот он, перебивает уже скотина. Козел перебивной-то. Козел перебивной. Так, ладно, 14 сразу готов. Давай 14 загружай. 14 загружай. Да, сразу с первого конта, может, за 26 его откроем. Давай 14-200 закинем. Мало. 15. 15 закинем. Давай. Да давай шагами, чтобы там круто. Да какими звук шагами? Я 15. А ты что думаешь, я тебе повышаю, что ли? Тогда. У тебя сколько денег на балансе? Мало. Ну сколько это? Ну я сейчас на все открою этот контейнер, так у меня. На все? И ты че, блядь, если там минус? И все, бог. Может, мне его даже не будешь рисковать? А ты хочешь его забрать? Ну, типа, я из-за 17-400 готов забрать. Не дает, подожди, 17500 тогда. Вот 17500, отдаешь? Ладно, ладно, давай только следующий мой. Только следующий твой? Ну смотри, сейчас, в принципе, мне уже, наверное, не надо будет, пацаны, потому что я эксклюзив сразу выбью. Фига, они тут контейнеры разобрали, просто один чел увидел нас на контах, короче, я рассказал всем. И тут все просто налетели. Так тут все, а бобу ставим полный конкретный, ты че? Ты посмотри просто. Дима, ты готов смотреть, как я эксклюзив выбиваю оттуда? Да, там будет по-любому что-то крутое, я уверен, потому что мы с тобой это пошаговую тактику уже не раз проверяли, и давай. Цена за контейнер нестандартная. Там тачка за 50 лямов. Миллионов на ваших глазах, смотрите, пацаны, как она там выглядит, и это у нас... И... Не, нормально, слушай, ну, ты бля, ну, с ней, это 6 на 6, да? Ну, он в любом случае подает что-то купное, да, 6 на 6. Это 6 на 6, да, но он 18 стоит, ну, типа, продать его в порту, какой-то дядя бомж тут у нас. Дядя бомж. Он 12 стоит, короче, я минусанулся нормально, причем так. Так, тут три дубайских, три бубайских. Я открываю этот же самый на том же месте, там еще человек застрял, нормально. 12500. Я 120 миллионов поставил, прикинь, за один контейнер. Как у тебя может быть мало тогда на руках денег, если ты 120 можешь поставить за один контейнер? Ты мне что, наебал? Я говорю, не могу поставить 120, типа, я случайно. А, я думал, блядь, можешь. Я тебя наебал? Типа, у тебя 120 лямов, и ты слился со ставки там в 17 миллионов. Я думаю, ну, наверное, ты не такой ребенок. Ну, типа того. А ты где? Ну, я в другой дубайске открываю. У тебя два Деда Мороза, у меня здесь рептилия. А, ты на том же месте открываешь? И Дед Мороз тоже. Откуда, сука, Дед Морозов? 3 секунды. У меня 2 секунды. Я надеюсь, там не бокстер. Я надеюсь, там нормальная бричка, тачка и это, блядь, ГТР. Ну, я в плюсе. Что у тебя? У меня Авентадор. Че это американский? Че это за китайский самый нормальный, можно поворот столько, да? Ну я хотя, в принципе, мне Субару не нужна. Я американский тоже. Тут американский хоть жопой живет. Да ты там пришел именно к моему, что ли, вообще просто? Да я, блядь, почувствовал, что там окуп. Да, ну я сейчас и куплюсь, короче. Бля, я на самый дальний побежал тогда забирать. За 5500. Ну там один, да, а так там вообще его никого, никто не забирает. Вот я его и заберу так, тогда. Да, они все, сейчас они придут, и когда ты никому не нужны, дойдешь. Да, 30 секунд, 5500, пацаны, поставим. В любом случае, мы можем Хаммер выбить, да? Можем выбить Хаммер и СЛС, и СЛР, как бы, и вообще. И вообще много чего интересного, только не за 12 миллионов, а за 5, поэтому окупа только здесь как бы больше, шансов больше, поэтому открываем его. Блин, она 3 ляма стоит, ешка сраная выпала. Трешка, блядь. Ешка, блядь. Ешка, обосрешка. Там у кого-то вообще Kia выпало, блядь, который с русского конта падает. Ну, походу, мой окупной. В американском? Тьфу, там ебать народу, блядь, в нем застряло. Нормальный. Они ждали, пока я открою, блядь, могли бы и насыпать нормальную тачку. Так, короче, есть один дубайский, но я забираю дальний. Дальний, а я этот забираю. Да, вот, а ты ближний забирай. У него какой-то Макгрегор стоит, сколько он поставил? 12200. Макгрегор. Андрюша Драгонс тут. Там у Димона, у Димона, у Димона, у Димона можете забрать, я не разрешаю, пацаны. У меня дверь пропала здесь, и мне там не везет с такой дверью. Мне уже говорят, не следить. Только мне говорят, везет. Андрюша, ёб твою мать. 10 секунд, 9, 8, надеюсь. Андрюша не дает открыть. Ты что, на меня наклеветаешь? Там уголочек, все, что я могу показать, он что там падает у Димона, но я в него увижу, скажу. Короче, что мне выпало, сейчас. 16700. Балдеж.
У меня уже 16700 за контейнер стоит. У меня нормальная тачка выпала. Какая там? А, SLS. Нормально. Сколько нормально. За 14... Сколько она сейчас продается? Бля, я не знаю, честно. Я за 14 ее продам на аэропорту, нафиг она мне нужна? 19 миллионов за конт. Залетаешь, нет? Ну нормально. Здесь что? Вы тут уже торгуетесь так? Хрена, вы да богатые? Да я ебал, не, пацаны, 22, 23. Да это вообще со сломанным. 23, не, я один раз включил задний, я не, больше не включу. А что там, только Бугатти может себе купиться, выпасть, либо Феррари F40. Бля, ну, Bentley, я не знаю. Или Селс. Ну мы всего лишь на 10 миллионов выше. Блядь, 24? Все, Леха, ты попал. Хорошо, что этот контейнер. 26. Тут ставка повышается. 26 был рекорд. Мы сейчас его, если побьем, то и меня побьют, блядь. 28 за контейнер. Охренеть. 30. Так, 30 лямов готов поставить. Этот контейнер за 30 лямов. За 30. 30 уже такая психологическая сумма. Ну, он уже думает, он уже 10 секунд думает, пацаны. За 30 всё, отдаст? Мне кажется, он отдаст. Блядь, аж сердце выпрыгнет, там еще дверь прозрачная. Ебать, 12! Вот если падает бокстер... Да ну! Да никакой бокстер, чё пиздишь под руку? Еще пляшут на голове у меня тут. Там Бугатти, там Бугатти. Ебать, секунда! Там Бугатти, давай, Лёша, давай. Блин. Охуенно, что это? Это что, блядь? Это СЛР, блядь, пацаны, серьезно? Так хотел? Сколько она стоит? Сколько она стоит? Лёш, сколько она стоит? Скажи мне, сколько стоит это? Я не включил заднюю, блядь. Сколько она стоила? Три. Три лям! Я 27 оставил в нем. 27... А ёбаные боссы, 30 миллионов за контейнер, и там такое, блядь, это, конечно, ну я, это, блядь. Я в шоке. Кирилл, блядь, ну-ка. Маску на удачу? Какую маску? Маску. Увидишь, там крик маска, надень на удачу. Маску клоуна только могу надеть. Я тебе маску крик передал, надень. Маску крик не передали, блядь, что-то передают, я вообще никак. А как, блядь, запретить мне передавать, мне, блядь, инвентарь засирают. Снять, надеть, о, сохранить. На удачу? Проверим, пацаны, блядь. А чё у тебя на лице, Лёв? 26 лямов у меня еще есть на один такой заход. У тебя что-то на лице... Ой, это... Ты крик? Я гик. И бит. Гигабит я. Ну, блядь. Не знаю я. Россия, американцы. Ну я американский открою, самый дорогой из имеющихся существующих. Я карму почищу. Там Андрюша, блядь, Андрюша, все, ты реально Андрюша, блядь. Все, я открываю. У него он прозрачный полностью стал. Посмотрим. 90 так оставлю, если перебивают, то я это... на стриме, а что там, он стримит что-то еще, что ли? Нихуя себе. Все, пускай забирает за 400 ему цену набил. Так, не, я ничего не буду открывать, нет, я буду всем покрыть. Я пропущу, знаете, надо пропускать иногда. Я посмотрю. Нет! Что такое? 415 миллионов, че поставил за контейнер? Какой? Что? Где? Максим... 415 миллионов есть у него. Он понтуется просто. Чего? Бабками. Реально, ферзь. Понтовый. 415 будет. Миллионов за контейнер дошла ставка, пацаны, на ваших глазах, бля, кликбейт. Да даже что Барузу столько не продается. Ебейший, бля. Чей Луиш выпал, то, что выпало. Я как бы хотел назвать серию, ставка дошла до 30 миллионов, она дошла до 415, бля. Ну вот это поворот. Ставлю ставку. Я сразу, я с 13 начинаю, я знаю, что там копейки сразу ребята хотят начать ставить. Я не дам этого сделать. Копейки такой. Я не дам. Ну, блядь, я 30 готов за конты. 27 лямов с конта просрать. Это жестко, это жестко. Когда 12 ставишь, оно хотя бы не так обидно. Да это не напоминай ты, блядь. Последний раз, когда я это открывал, я подглядывал, короче, что там выпадет. Что там подглядывал? Замочная скважина, знаешь, такая дырка, потом внизу какая-то. Да у меня тут чел стоит. Он писать начал. Никто не хочет забирать. 13 миллионов отдал я за контейнер и получаю. Мне фигня выпала, Лёха. Мне Мерс выпал за 4. За 4? Да, я 13 оставил. Охуеть. Я 3 ляма. Охуеть, раздевалка, бля. Еще и FPS в скреп-механике, нахуй. Так, там вдалеке есть дубайский, я прям с фуры, пацаны, фуру лайков, блядь, загрузили мне, подвезли. Вдалеке дубайский? Смешно, пиздец. Я подлетаю на самый задний контейнер, потому что дубайский единственный на всю партию. На него типы уже. На него типы, да. Да. Сколько стоит? 15. 15 уже? Да. Пиздобол, блядь.
О, 15. 25, у меня нет денег, блядь. Да? Давай он откроет, блядь. Вот пошел он давай, в сраку. Давай, пускай он откроет. Я могу за 26 поставить. Не-не-не, все, у него 18 секунд, зачем не ставь? Пускай откроет, блядь. Пускай, ладно, блядь, хорошо, за 25 тоже откроет. Посмотрим, Леша, блядь. Интересно, либо Леша сейчас реально будет двойник дурак, короче, что ему выпадет крутая тачка, либо, короче... Посмотрим, блядь, посмотрим. Вот чел открыл за 25 карму. Кон, да, я за 30 открыл, посмотрим, блядь. Ну-ка, что там, что там, что там, что там? Подсмотреть могу. Это он слил 22 ляма, охренеть. А все почему? Потому что ставка, видишь, она не повышающая была. То есть этот контейнер не повышался. Позасалывающая, блядь. Еман, Леша, просто это, знаешь, у тебя это... Вурдалак слился, блядь. Ты такой запамятный, типа, знаешь, такой. Ну, блядь, ну как так можно, блядь? Восторжествуешь просто, потому что... Ну, блядь, ну я был готов к тому, что ему там выпадет, знаешь, Бентли 8 литр. Один всего, да? Да. Так, передай, пожалуйста, привет от меня и Дизари, Гриша Хоффман. 14. Ок. Нифига, тут 14 лямов поставил? Да. Жесть, Лёх. Как 18. Так? Ты дурак, у тебя денег больше нету. Есть. Нету? Да есть. Да нет, у тебя денег. Да есть. Тебе бокстер падает, и ты больше ничего не откроешь. Кому падает? Ты что, не забираешь, блядь? Ты бокстер забираешь? Нет. Ты охуел, ты мне забираешь? Ты сука ты! Ты реально забирать сейчас будешь? Так, блядь, это последние деньги, у меня 18 миллионов 160 тысяч. А чё эти жадность прави разговаривают? Я твой друг, ты зачем? Ладно, там... Охуенный ты друг, блядь, мог за 19 поставить. Да, нафиг не надо, я думаю, уже это... Мне целесообразно, как перекуха не едет, когда контейнер вижу. О, М5КС. Она 20 стоит, я за 20 продавал, может подешевел. Да и пиздец, блядь. КРС. Пацаны, кто-то заберет за 20. Выпустите меня. Так, за сколько продаж? Ну, блядь, сколько возьмешь? Блядь, 20. 20, поехали. Китайских, наверное, завезли, да? Китайских нормально завезли, три в ряд просто. Три в ряд я забираю какой? Вот этот я забираю, да. У челика просто из-под носа. Тут уже все это разбирают, как я в шоке. Сколько народу? Вот я 2 ляма сразу за него ставлю. Я тоже, пожалуй, 2 ляма. Ну давай Субару хотя бы вытащим, что ли. Ну, типа 3 Субару, я не знаю, я так сильно просил, что мне сейчас 3 третья выпадет, мне кажется. Как Ариша после этого, после работы по пиву выпить решили, мы с тобой попробуем. Да, у меня тут Дед Мороза переоделся, Кириллчик. Кириллчик, блин. А можно еще раз? Бабка БМВ, блин. Гриша, кстати, это чел, который все закатыку звал. Охуенный вид от первого лица в этой маске, ты бы знал просто. Да? Да, ничего не видно. Уроды! В смысле перебивают? Тебя перебивают? У меня Субару, да. Смотри, Субару. Субару, за 2 ляма забираю. Только Субару. О, блядь! Посмотри, контейнер прозрачный. Со всех ракурсов видно, что я выбил. Где? Выталкивают уже, блядь. Коврюху? Бибику, блядь. Ты лупоглазую хуйню это. Такую, да. Вот, примерно так, да, звучало... Выпадение, блядь. Че тут уже этот мажор пришел, да? Понятно. Да, уже. О, сейчас он снова поставит. Ну, 14, давайте посмотрим. Я сразу 18 гружу. Чего мучить там уже? Чего вот мучить, да, человека? Леха, все, разошелся. Неужели он мне его отдаст? Нет, посмотрим, за 20. Нет, за 21. Повышай ему до 30-ки, да. Он все равно он до 30-ки готов, да, по-любому забирать. Я сейчас поставлю, да, он повышал тогда до 21. Почему 21-то ты такой шаг маленький сделал? Если он готов был, да. 23, все, нормально. До 23 мало, брат. До 30-ки. Мог повысить. Накинуть, типу, как бы нормально. Каких 3 мы, блин, 10 накинули ему. Он сам их накинул, его даже никто не просил. Он безумно. Прикинь, он просто хочет выбить хаммер какой-нибудь или все. Ну ладно, он сделал больше с дорогим кейсом, поэтому... Хотя нет, я за 18 открыл, небольшая уже разница, просто для 5 миллионов. Просто кто кого скамит, уже непонятно, то есть челси открывает как бы... Скам-конты какие-то просто. Там минус 5 кк. Чё, какие-то вангуют тут, что ли? СЛС-ка выпала, он её заберёт? Если он её хотел, конечно, ладно. Ну, бля, ну типа он такое. Он за 14, я его сегодня ну подавал, ладно, это не бокстер, бодится. Это не бокстер. Это ну, типа, да. Ну... Это тема по-нашему, да. Главное, чтобы этот мега-мажор... Там М5КС расплющило! И расплющило. 13 миллионов сразу ставлю за этот контейнер, пацаны. Его я никому не отдам. Ну, пока, по крайней мере, пока позволят баланс. А нету никого тут, кто хочет больше поставить. Так, ну за мой не борется, пацаны. За мой не борется, все нормально. За мой тоже не борется, не мой. Забоксовал? Как Симерон забоксовал, да. Это я раньше сказал.
14 лямов. 4 пизда, туз малафья. А, так тут 3 конта. Ну? Не, Андрюха сейчас. Они на первом конте все, да? Мажоры собрались. А я что самый... Я тут 13, 14, мой самый дорогой. Сколько твой? 15 лямов я поставил, и я... Что там? Ой, блядь. Там Авентадор, слушай, по-моему. Не, Авентагей, блядь. Авентагей. О, да я купился на 600к, фух, повезло, о, повезло, у тебя что? О, у меня R8, блядь, Audi. Ну, мне еще на один контейнер, ламба. Я заканчиваю. Тоже ламба. Я понял. Бокстера за... Обосрался, все обосрались. Там еще кон. Привезли. Транспорт привезли. Бубай? Дубай. Из Бубая? Вот это я забираю. Ага. Я тоже забираю. У меня даже побороться-то, блядь, не получится, 12600 у меня. А, не трогайте, не перебивайте только, блядь, пожалуйста, последние деньги ставлю. Так, не трогайте. Несколько контов. 13300 Руслана ставят. 13300, у меня 12600 последний, не трогайте, все 9 секунд, оставьте давай, конт. Лёха, давай, Лёха. Пацаны, последние бабки, все, у меня там останется 28000, блядь. Реально? 28000 остается? Да. Давай, пожалуйста, Бугатти удаст тебе вот сейчас, и просто у тебя будут бабки, Лёх, я уверен. 5 кс, да нахрен она нужная? Пойду посмотри, что типов там. Бля, я, короче, ее оставлю себе, пацаны. 20 миллионов, я ее замаялся. Я ту продавал, эту сейчас продавать поеду. Короче, это вообще нифига не дает. Да, ну не идет. Я столько денег оставил, короче, здесь. Большие ставки, но выигрышей больших не пришло. Поэтому надо вовремя остановиться, я не хочу оставить здесь. Сколько ты сегодня проиграл? Ну, если 20 миллионов это опять М5КС, да, по фасту слить ее. Тогда я проиграл 37 миллионов. Блин, ну ладно. Тут типа выпало КС. Почти 50 было. 3 КС черных выпало вообще. 3 КС? Ну, короче, сегодня сыпет КС, поэтому я не собираюсь еще одну вылавливать, поэтому вообще нет варианта. Есть еще интересные. Как бы, ну, две эксклюзивных тачки выпали в любом случае. Скажи, следующие серии у меня будут интересные. Наверное, да. Я ему Бентли подарил, пацаны. Да нафиг ты спалил. Ну все, ладно, короче, типы. Сейчас он ее, короче, снимет с нее тюнинг и заново зачингует вам, посмотрите. Зачем ты все рассказал всем? Я в шоке. В общем, ладно, друзья.